Добрый вечер всем. Hello, hello, hello. I'm in a new location. I hope you guys can see me well. Я сейчас на новом месте. Надеюсь, что вы меня здесь хорошо видите. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если меня хорошо видно и слышно. Hello. Hi, Amanda. Вот, Борис пишет плюсы, это хорошо. Значит, меня видно, меня слышно. Хорошо. А вот, Таша, Марина, хорошо. Я здесь вижу уже, что... Да. Good evening. Добрый вечер. Хорошо, если меня хорошо видно, слышно, мы можем начать. О, вот здесь мне даже по-испански пишут. Значит, мы можем начать. Добрый вечер всем. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Вот, майские праздники еще не закончили, но мы должны продолжить работу. Так что сегодня мы с вами будем говорить о английском языке и о различиях британского и американского английского. Итак, меня зовут Лукас Бигетти. Я думаю, что, возможно, здесь... Несмотря на то, что я здесь вижу много людей, которые были на других вебинарах, всегда встречаются новые люди, поэтому я немножко вкратце расскажу о себе. Меня зовут Лукас Бигетти, я из Бразилии, но на данный момент я живу в Финляндии, и я автор метода «21 час». И напишите, пожалуйста, есть ли здесь люди, которые не слышали о методе 21 час? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Напишите, пожалуйста, плюсик, если вы не знаете, что такое метод 21 час. Ага, Светлана, вот, не слышал. Хорошо, и вот Виталий тоже не слышал. Значит так, в прошлом году мы разработали метод, который называется 21 час. И этот метод – это именно для людей, которые начинают учить язык с нуля. Да? То есть человек приходит, он... это курс для людей, которые начинают язык с нуля, или для людей, у которых, возможно, есть какая-то некая база языка, но никогда не говорили на этом языке. Да? Возможно, они когда-то учили, например, английский в школе, и знают какие-то слова, знают какие-то грамматические правила, но они никогда не разговаривали на английском языке. Только мы делали этот проект не только для английского языка, мы делали этот проект на 6 языках. Португальский, испанский, французский, итальянский, английский и немецкий. И на прошлой неделе мы заканчивали пятый сезон, то есть у нас недавно закончил итальянский. И я очень рад, что все студенты заговорили по-итальянски. На последнем уроке мы разговаривали практически только по-итальянски. И очень часто люди, когда они заканчивают этот курс, они прошли курс 21 час, они учили язык 21 час, а они мне говорят: «Лукас, хорошо, я заговорил по-английски, заговорил на английском, я заговорил на испанском, а что теперь мне делать? Я хочу не только говорить, хочу говорить свободно, я хочу хорошо говорить». И я, наверное, целый год думал о том, как лучше всего сделать продвинутый курс для этих людей, да, потому что, знаете, я изучал 15 языков, и с каждого раза я находил новые способы для того, чтобы оптимизировать процесс изучения нового языка, нового иностранного языка. И именно для этого, и именно поэтому я разработал этот курс 21 час.
Потому что мне кажется, что если мы используем правильные методы в самом начале, потом гораздо проще продолжить изучение языка. Если в начале изучения у нас все идет хорошо, потом уже сложнее потерять мотивацию. И гораздо проще продолжить изучение этого языка. Тем не менее, люди, конечно, были очень довольны. Но, Лукас, мы теперь говорим по-немецки, по-итальянски, по-испански. Но что дальше, да? Как мы можем продолжить? И поэтому в прошлом году я был в России, я был в Самаре, был в Москве, был в Казани. И в этих городах мы организовали живые встречи, где я мог лично познакомиться с людьми, которые участвовали на нашем проекте. И было очень интересно с ними разговаривать, потому что, да, они когда начали курс, они вообще не говорили на этих языках. И потом приехал в Казань, в Москву, и познакомился с этими людьми, и мы разговаривали на разных языках. Люди все были очень довольны, но они все меня спрашивали одно и то же: «Лукас, теперь у меня есть мотивация, теперь я хочу продолжить. Как мне продолжить изучение испанского или изучение английского?» И спрашивали: «А ты собираешься сделать нам продвинутый курс?» И знаете, если честно, я очень долго думал о том, как разработать продвинутый курс. Я разработал несколько вариантов для этого курса. Но я не был доволен, потому что если вначале мы изучаем, а мы все изучаем одно и то же, да, то есть вначале что нам нужно выучить? Нам нужно выучить самые употребляемые слов. Самые употребляемые слова языка, например, глаголы как говорить, работать, учиться, спать, есть, пить, местоимение я, ты, он, она, мы, наречия, как, например, завтра, вчера и так далее, и так далее. Но после того, как мы выучили, например, первые 300 слов, и мы довели до автоматизма самые базовые алгоритмы языка, нам нужно, конечно, расширить свой словарный запас. И теперь мы изучаем именно те слова, которые нужны именно нам. Да? Например, если мне нравится разговаривать о политике, то я изучаю слова, которые относятся к политике. Если мне нравится обсуждать музыку, тогда я буду учить такие слова, как, например, гитара, пианино, скрипка и так далее, и так далее. То есть в зависимости от того, какие у человека интересы, то у него будут разные потребности. И поэтому мне было сложно разработать продвинутый курс, потому что то, что один человек должен учить, не то же самое, что и второй должен учить, да? Я, короче говоря, очень долго думал о том, что сделать, чтобы помочь этим людям, которые хотели продолжить изучение английского языка. И я стал себе задавать такой вопрос, следующий вопрос. Какой единственный способ, чтобы действительно научиться свободно говорить на каком-то языке или, например, на английском языке? Я бы хотел сейчас, чтобы вы мне помогли. Как вам кажется, какой единственный способ для того, чтобы научиться свободно говорить на английском языке? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам кажется. Я надеюсь, что меня еще... О, здравствуйте, да. Жить в стране на носителя этого языка. Жить в стране. Кстати, это очень интересно, потому что раньше я тоже так думал, что нужно жить в стране,
Но 3 года назад я решил. Меня слышно? Здесь все включилось. Теперь не знаю, слышно, не слышно. Поставьте, пожалуйста, плюс, если меня слышно. Хорошо. Значит так, вот Светлана написала жить в стране, да? Носителя. Жить в стране носителя этого языка. Значит так, я раньше тоже так думал, автоматически. Хорошо, попробуем еще раз. Значит так, раньше я тоже так думал, что нужно обязательно жить в стране. И где-то 3 года назад я был в Европе. Я жил тогда в Польше. Я там изучал польский, говорил на польском каждый день. Я очень быстро улучшал свой польский. Но я был там как турист, и поэтому, ну, если у тебя бразильский паспорт, то ты можешь находиться в Европе 3 месяца без визы. Так вот, я там провел 3 месяца, и потом надо было уехать из Европы, да? Ну, из Шенген. Я не хотел вернуться в Бразилию, потому что я хотел дальше путешествовать. Я тоже не хотел поехать. Ну, например, у меня какие варианты были? Можно было бы поехать, например, в Россию, можно было поехать на Украину. То есть, если куда-то недалеко полететь, можно было, например, в эти страны, да, или, например, можно было еще в Сербию полететь. Только тогда зима началась, я не хотел оставаться в Европе зимой, потому что, ну, холодно. Но я тоже не хотел вернуться в Бразилию, и поэтому решил поехать в Марокко, потому что, ну, недалеко. Вот. Поехал в Марокко, но там, и я там прожил 3 месяца. И хочу сказать, что мне там было тяжело найти местных друзей, потому что, ну, культура сильно отличается, мне было, ну, тяжело. А я тоже, ну, по-арабски не говорил, поэтому мне как-то, ну, я еще жил в маленьком городе, мне было сложно найти местных друзей. Мне тогда было, ну, скучно. И в один прекрасный день я написал одной подруге на Фейсбуке, которая жила в Финляндии. И я ее спросил: «Слушай, а ты не хочешь мне помочь выучить финский?» Ну, и такое предложение ей показалось как шутка, наверное, потому что, ну, как я тебя научу финскому там, но ты сейчас в Марокко, как я тебя научу? Я сказал: «Нет, ты мне сказал, что ты хочешь выучить итальянский, давай сделаем обмен. Я могу тебе помочь с итальянским, а ты мне поможешь с финским». И она согласилась. Короче говоря, я тогда начал очень интенсивно учить финский. Я говорил с ней, ну, каждый день по ну да, каждый день я разговаривал с ней. Я думаю, что где-то за 2 месяца у меня уже получалось достаточно хорошо говорить по-фински. Конечно, не свободно, не без ошибок, но я уже мог поддерживать беседы на финском языке. Вот. И сейчас я в Финляндии. И знаете, я думаю, что я учил намного больше финский тогда, когда я был в Марокко, тем сейчас, когда я нахожусь в стране, где, ну, где говорят на этом языке. Есть еще один, ну, подобный момент. Перед тем, как приехать сюда, в Финляндию, я прожил 7 месяцев в Таиланде. Я тайский так и не выучил, несмотря на то, что я был в стране. Тем не менее, я там начал учить иврит, но и я помню, что в последний день
Пока я еще был в Таиланде, у меня был первый настоящий разговор на иврите. Беседа длилась примерно 20 минут. Так что, да, конечно, находиться в стране помогает, но это не всегда решение проблемы. Вот здесь, например, Олеся написала языковое погружение. Я думаю, что как раз это ключевое слово, ключевой момент, который действительно помогает нам выучить язык. Да? Например, то же самое с русским. Я думаю, что я учил русский намного больше в Бразилии, чем в России, потому что в Бразилии у меня получилось создать такое языковое среде в моей комнате, потому что там когда я был у себя, мне было удобно, я разговаривал с людьми каждый день по скайпу, а когда был в России, было сложнее практиковать, потому что я там в основном, ну, был в командировках, и было очень мало времени, чтобы именно общаться с людьми. А вот еще пишут, что ну, надо говорить, и чтобы тебя справляли, и чтобы заранее тема разговора была известна. Вот это, да, очень важно. То есть говорить, чтобы... Вот здесь пишут еще, постоянно общаться с кем-то на языке, использовать язык, ежедневная практика. Практика, часто практиковаться с носителем. Да, то есть я с вами на 100% согласен, и именно для этого мы разработали платформу, на которой вы можете общаться с носителями каждый день по 25 минут. То есть на этой платформе вы можете говорить по-английски каждый день, и то есть это регулярно, можно много говорить и практиковаться. И, ну хорошо, если мы согласны, что нужно говорить, и что нам нужно говорить на английском языке, сразу возникает следующий вопрос. Хорошо, нужно говорить на английском языке, но на каком английском языке? Да? На американском или на британском? Это тема сегодняшнего вебинара. Сегодня мы будем говорить о различиях между американским английским и британским английским. Так что в чем разница, в конце концов, между американским и британским? Сегодня я еще приглашу сюда моих коллег. У вас будет возможность общаться с представителями американского английского и британского английского, так что оставайтесь. Вот. Да и, друзья, я не знаю, почему мое видео пропадает. У меня он тоже пропадает. Я не знаю, почему. Да, вот Марина пишет, есть еще канадский, австралийский, да, еще есть английский из Индии, из Ирландии, из Шотландии и так далее, да. И везде есть свои, ну, свои моменты, свои различия, но сегодня мы будем говорить про различия американского и британского английского. Хорошо, значит так. Нам нужно, конечно, начать с произношения, так как наверное, это то, что мы сразу замечаем, да, когда человек начинает говорить, мы можем, например, определить, что, ага, он, например, из Австралии или там из Англии или из Америки, именно по произношению, потому что, несмотря на то, что, да, есть еще различия в словарном запасе, еще и в грамматике, основные различия это именно произношение. А сегодня, как я уже раньше говорил, сегодня у вас будет возможность общаться с представителями американского варианта и британского варианта, и вы можете тоже попробовать понять, да,
как это все звучит и какие различия между ними. Итак, сейчас я бы хотел вам показать одно видео, поскольку сейчас речь идет о произношении. И потом мы можем это видео обсудить британского и американского английского. В конце еще будет, то есть когда я приглашу наших друзей сюда, у нас будет конкурс, поэтому оставайтесь с нами, потому что конкурс будет, и как раз конкурс будет про произношение. Так вот, на чем мы остановились? Видео отличное, очень четко и понятно. О, спасибо. Звук. А вы меня слышите? Слышно, видно? Да, хорошо. Идем дальше. Хорошо, вот мы здесь. Секундочку. На чем мы остановились? Вот, да, произношение. То есть в британском английском и в американском английском есть различия в произношении не только гласных, так же, как и согласных. Да? Конечно, там на самом деле много различий, поэтому я рекомендую еще раз, ну, посмотреть видео и тренировать, да, как произнести слова на американском варианте и на британском варианте. Идем дальше. Теперь будем говорить про грамматику. На самом деле грамматика американского варианта и британского варианта практически не отличаются. Но все-таки есть некоторые моменты, которые отличаются. Как, например, как мы используем предлоги. Например, со словом weekend, выходные, в британском варианте они предпочитают использовать предлог at. Да, например, I will probably see him at the weekend. Для того, чтобы сказать, я, наверное, его увижу на выходных. На американском варианте мы используем предлог on. I'll probably see on the weekend. I'll probably see him on the weekend. Но здесь я должен признать, что из-за влияния Голливуда и американской культуры сейчас в Британии используют больше и больше предлог. Например, в этом примере предлог on. Да, то есть, если в классическом варианте будет предлог at the weekend, то сейчас, например, я перед тем, как приехать сюда в Финляндию, я был в Лондоне 2 дня, и я там как раз несколько раз слышал on the weekend, несмотря на то, что теоретически в британском английском будет at the weekend. То же самое с праздниками, да? Например, Рождество, Пасха. Если в британском варианте мы используем предлог at, да? Например, what are you doing at Christmas? А в американском варианте мы используем on. What are you doing on Christmas? Now мы используем предлог on. Опять же, да, из-за влияния Голливуда и американской поп-культуры, сейчас в британском варианте тоже можно очень часто слышать on the weekend, on Christmas, on Easter и так далее. Например, для того, чтобы сказать с какого-то времени по какое-то время, да, например, с января по май, на британском варианте мы говорим January to May,
То есть мы используем предлог to, но на американском варианте мы используем предлог through. January through May. И здесь еще it's different to the others. На британском варианте, а на американском it's different than the others. Но здесь на самом деле можно использовать предлог from в британском варианте и в американском варианте. Поэтому здесь, чтобы не поздно, можно, например, просто использовать предлог from. It's different from the others. Потом, past simple and present perfect, да, то есть как образуются настоящее и прошедшее время. Когда мы не говорим, когда что-то случилось, да, то есть если мы не определим, когда именно что-то случилось, в британском варианте мы используем, в этом случае мы используем present perfect. Да, например, I've drunk too much. I can't think clearly. Да, то есть я напился, я слишком много пил, поэтому у меня не получается думать, я не могу думать. В американском варианте тоже можно так сказать, но вы будете намного чаще слушать I drank too much, то есть просто simple past, несмотря на то, что здесь мы не указываем, когда это случилось, да? Например, если мы бы сказали вчера, тогда и на британском варианте, и на американском варианте нужно сказать I drank too much yesterday. Но когда мы не говорим, когда это случилось, нужно использовать present perfect, да, то есть I've drunk too much. Но вы заметите, вы будете слушать, что на американском варианте они часто используют simple past, то есть простое прошедшее, даже несмотря на то, что мы не сказали, когда какое-то действие произошло. Другой пример. I've been to the shop. Да, то есть я был в магазине. Американец может, например, сказать в таком случае I went to the store. Да, вместо того, чтобы сказать I have been. Или I've been. Или have you got the magazine you wanted? Did you get the magazine you wanted? Опять же, да, то, что касается времени, несмотря на то, что теоретически в классическом британском варианте нужно использовать present perfect, если мы не говорим, когда это случилось, из-за влияния, да, Голливуда и американской поп-культуры, мы слышим чаще-чаще вот такие упрощенные формы, да, так же, как это происходит на американском варианте. Поэтому, по большому счету, во многих случаях можно сказать и так, и так. Collective nouns. Здесь есть различие о том, как использовать единственное и множественное число. Например, на британском варианте можно сказать the government are doing everything they can during this crisis. А на американском варианте мы скажем the government is, not are, but is doing everything it can during the crisis. И здесь имеется в виду, что правительство не как целое, а что каждый член правительства старается делать все, что они могут. Во время кризиса, да, то есть
Каждый из них, или все они, то есть все они в правительстве стараются делать все, что возможно во время кризиса. И здесь, здесь имеется в виду, что они, да, все они стараются. Поэтому здесь мы используем are. То есть множественное число, как будто там слово они. А на американском варианте такого нет, поэтому мы просто говорим the government is doing everything it can during this crisis. Следующий пример. На британском варианте мы можем, например, сказать my team are winning, а на американском, английском нам нужно сказать my team is winning. И опять же, да, здесь та же разница. То есть на британском варианте можно, например, сказать, что каждый член моей команды выигрывает, или все они выигрывают, да, то есть они как все вместе. На американском варианте такого нет. Идем дальше. Правильные и неправильные глаголы. Здесь тоже некоторые моменты. Сейчас посмотрим. Значит так, на британском варианте, например, глаголы leap, dream, burn and learn, они неправильные, да, то есть прошедшее время будет leaped, dreamed, burned and learned. Да, то есть на британском варианте они считаются как неправильные глаголы. Но на американском варианте они правильные, да, то есть leaped, dreamed, dreamed, burned, burned and learned. То есть здесь мы просто добавляем окончание ed, как во всех других правильных глаголах, но на британском они считаются как неправильными. Хорошо, идем дальше. Здесь тоже интересный момент, что с глаголом get здесь история пошла немножко по-другому. Раньше, давным-давно, ну, может, в 17 веке были формы get, got and gotten. Но на данный момент, на в настоящее время, на британском варианте форма gotten уже вообще больше никак не используется. Да? Потому что это более пропадает в виде, да. Я не знаю, почему пропадает. Вот. Надеюсь, что вы меня сейчас видите. Вы теперь меня видите? Хорошо. Пишу, чтобы я повторил про get. Хорошо. Значит, давным-давно еще. Once again. Значит так, мы говорили про глагол Всем добрый день. Поставьте плюсик, пожалуйста, если видно и слышно. Хорошо. Хорошо. Замечательно. У Лукаса техническая неполадка, мы сейчас это поправим, приносим извинения, такое бывает иногда. Сейчас давайте я вам еще раз напомню, пока мы ждем Лукаса, что у нас сегодня будет розыгрыш двух бесплатных занятий. Одно занятие будет с Амандой Конс, это американский носитель, американка, штат Миссури. И второе занятие у нас будет с Саней Дэвис, Великобритания.
также является носителем. И два этих занятия получат два разных человека, поэтому оставайтесь с нами, чтобы успеть принять участие в розыгрыше и выиграть те занятия, которые вы захотите. Поставьте, пожалуйста, плюсики те, кто хорошо владеет именно британским английским, кто классику знает, кто классикой занимается. Так, Олеся, еще кто? Кто у нас здесь специалист по британскому английскому? Ну, или в любом случае учил когда-то британский. Знаю британский, но средний, хорошо. Так, Ольга, угу. Угу. Я думаю, что в России вообще большинство людей владеет именно британским английским, потому что в наших университетах и в школах мы обычно изучаем классику. Артем, Полина, Наталья, Ольга, замечательно. Есть те, кто у нас владеет американским английским, есть те счастливчики, которые говорят на американском английском. Ну или, по крайней мере, давайте так скажем, смотрят фильмы, слушают песни и понимают. Поставьте плюсики те, кто хорошо понимает американский английский. Американский вроде легче, возможно. Так, сегодня, кстати, Артем, вы нам и ответите на этот вопрос, легче или не легче. Так, какой из них легкий? Виктор нас спрашивает. Так, какой из них легкий? Виктор, мне кажется, то, что касается английского языка, он вообще, в принципе, относится к легким языкам. Наверное, оба легких. И английский, и американский. Знаю британский, но смотрю фильмы на американском, раз уж на то пошло. Светлана, молодец. Я бы хотела акцентировать ваше внимание на песнях американских. Есть те, кто слушает и понимает американские песни. Есть такая современная певица Cardi B, которая поет в стиле хип-хоп или рэп, и она замечательно показывает современный американский язык. Все зависит от дикции говорящего. Людмила согласна с вами. Я прошу прощения, у меня там на заднем плане ходит кот. Так. Есть те, кто слушают песни и прям понимают вообще в теме. Все понятно становится. Есть счастливчики, Олеся, Игорь, замечательно. Знаете, я бы хотела с вами поделиться одной интересной находкой. Пока мы готовились к данному вебинару, кот крутой, спасибо, это кошка Лиза. Пока мы готовились к вебинару, я обнаружила такой интересный факт, что, оказывается, русские люди очень переживают, если у них испачкалась обувь. Это прям больной вопрос. То есть, когда на улице грязно, в основном у русского населения обувь чистая. Ну, или мы стараемся соблюдать чистоту именно в обуви, да? То есть, если у нас испачкались ботинки, для нас это прям какой-то страшный недуг. Нужно это срочно исправить. А вот то, что касается американцев, если кто-то из вас знает, какой самый страшный кошмар для американца. Вот как для русского грязная, неухоженная обувь, так вот для американца какой страшный кошмар есть. Самый ужас. Поставьте, напишите там одним-двумя словами, если знаете, какой страх есть у американцев. She stinks. Вот, хорошо. Нина, вы, наверное, там были. Вы, наверное, знаете. Я была удивлена, но американцы не выносят запаха тела своего, ну и чужого в том числе. То есть пот и любые другие запахи, которые тело источает, они от этого избавляются. Для них это неприемлемо, чтобы был любой другой запах, кроме парфюма, ну и других ароматизированных средств. Yes, indeed. Угу. Игорь, наверное, у нас тоже знаком с этой культурой. Возможно, там даже живет. Если, Игорь, если вы там живете или жили, поставьте плюсик. Так, Лукас приносит извинения. Интернет у него работает хорошо, но почему-то сама система Proof
Мии выкидывает его, да, выгоняет из комнаты. Лукас, мы тебя очень ждем, вернись к нам, пожалуйста, если есть такая возможность. Игорь ставит нам плюс-минус, это означает жил и не жил, да? Как это? Интересно. I'm interested in Canadian English. I can't find such a program. Maybe you could help me. Канадский английский. Если это действительно интересно, поставьте плюсы те, кому интересен именно канадский английский. Дело в том, что на данный момент для нас было, так как у нас присутствуют преподаватели именно Америка и Великобритания, для нас было интересно сфокусироваться на разнице между этими двумя языками. Я даже объясню вам почему. У нас наши студенты, которые свободны в выборе преподавателей, они ходят и к американке, и к британцу. И у нас получается, что студенты говорят о том, что кто-то понимает лучше американку, а кто-то понимает лучше британского преподавателя. Мы на эту тему задумались и решили подготовить целый вебинар для вас, чтобы раз и навсегда развенчать все мифы, которые существуют о том, что они там беспредельно разные и друг на друга не похожи. Я надеюсь, что Лукас у него получится войти в комнату, и он расскажет вам, да, все эти отличия, которые на самом деле не такие существенные, как кажется. И вы поймете, что, наверное, основной вопрос – это то, что вы уже сегодня разбирали. Это произношение. Дело в произношении. И еще достаточно интересный момент – это contractions, сокращения, которые вводили когда-то американцы, и они сейчас же используются и в британском современном английском. Поэтому, в принципе, Виктор, да, кот. Поэтому, в принципе, сказать, что это отличие именно американского языка от британского английского, достаточно сложно. Но чаще всего это, конечно, относится к американскому языку. Сегодня Лукас, когда зайдет, мы дойдем до сокращение, и вы поймете, что это достаточно просто стоит говорить именно не о различиях в данном случае, а о современном языке. Это просто современный язык, так же, как и русский. Да? Мы все с вами знаем все эти сокращения. СПС, спасибо, да, и так далее. Чел и прочее. То, что мы сами с вами тоже используем, это не говорит о том, что между что это формирует разницу между, например, московским говором, да, и любым другим городом. По большому счету, какая разница, британский, американский, австралийский, нужно развиваться во всех направлениях. Абсолютно с вами согласна, это верно, нужно развиваться во всех направлениях, это правильно. И поверьте, владея даже британским английским, для вас не составит труда понимать и американский английский. Единственное, что нужно некоторое время на адаптацию, несколько минут, секунд на то, чтобы вы смогли адаптироваться, если вы ранее этого не делали. Если у вас большой опыт общения с американцами, то и адаптации не нужно. Так, мы попросим сейчас еще раз Лукаса зайти. Лукас, если ты нас видишь и слышишь, зайди, пожалуйста, в комнату. The main difference between American and Canadian is also is as follows. American replies is called, while Canadian one replies is R. Игорь, наверное, к сожалению, некомпетентно сейчас вам ответить на дать комментарий на ваш комментарий, потому что нужно изучать эту тему более глубоко. Если эта тема действительно интересна, мы дадим, конечно, по ней тоже вебинар, чем отличается британский английский, американский английский, в том числе и канадский английский. Кошка нас игнорирует, повернулась к нам спиной. Кошка, да, она такая. Так, мы еще раз зовем Лукаса. Лукас, пожалуйста, отзовись, напиши нам. Слышишь ты нас, видишь? Зайди, пожалуйста, в комнату. Игорь просит нас все-таки организовать данный вебинар. Хорошо, мы приняли это на заметку и обязательно вас оповестим, когда будем к этому готовы.
Лукас. Пока мы ждем Лукаса, я бы у вас хотела спросить, какие у нас здесь присутствуют профессии? Страны я вижу, какие присутствуют профессии. Есть ли среди вас переводчики? Или лингвисты, или филологи? Надеюсь, put a spin on American English. It's a personal preference in most things. Если есть, какие есть у нас профессии, пожалуйста, напишите, какие профессии здесь присутствуют. И у нас зашел уже Лукас. Видно, слышно? Let's get a try. Let's get another try. Посмотрим, сработали сейчас. Я выхожу. Хорошо. Значит так, попробуем еще раз. Я надеюсь, что в этот раз вы будете меня нормально слышать. Значит так, я тогда говорил про глагол to get. Говорил о том, что давным-давно в британском варианте тоже были формы get, got and gotten. Но сейчас вот эта форма gotten больше не используется, больше не встречается. И здесь такой получился интересный момент, потому что форма gotten, она более устаревшая, и она сохранилась на американском варианте, но так больше не говорят на британском варианте. Например, можно сказать на американском варианте I haven't gotten any news about him. То есть я не получал никаких новостей о нем. Но на британском варианте мы бы не использовали gotten, мы бы использовали просто got. Так, и, конечно, еще есть развитие в словарном запасе, да? Например, на британском варианте мы говорим lift, но на американском варианте мы говорим elevator. Такие слова, есть где-то около 300, которые, да, кардинально отличаются, да, как, например, lift and elevator, вообще совершенно другие слова. Я здесь написал некоторые, например, на американском, английском, на американском варианте мы говорим apartment, но на британском мы говорим flat. На американском варианте мы говорим vacation, но на британском holiday и так далее. И еще появляются некоторые интересные моменты, потому что, например, на американском варианте chips будет crisps на британском, а chips на британском будет french fries, так такие false friends. Дальше, орфография. Сразу мы замечаем, что когда слово заканчивается на OUR на британском варианте, то на американском варианте мы не пишем букву U. Да, например, color не будет через OUR, а просто OR. Также, например, behavior. Еще другая разница, которую мы здесь замечаем, например, слово театр или слово центр. На британском варианте мы пишем в конце T-R-E, но на американском варианте мы пишем T-E-R. Не T-R-E, а T-E-R. Есть еще слова, которые пишутся через S на британском варианте, как, например, слово civilization, а на американском будет через Z, civilization. Тоже организовать, да, organize. На британском будет через S, а на американском будет через Z.
Это все на сегодня. Сейчас я бы хотел пригласить моих партнеров. Но перед тем, как их пригласить, я хочу еще напомнить, что у нас будет конкурс. Я не знаю, говорили ли Света про конкурс, но сегодня у нас будет такой конкурс. Вы можете выиграть два занятия с нашими преподавателями. То есть вы совершенно бесплатно можете получить занятие. Одно занятие будет с носителем британского варианта, и другое занятие будет с носителем американского варианта. Кто здесь хочет выиграть занятие? Пишите, пожалуйста, в комментариях, кто здесь хочет участвовать в конкурсе. Вот Влад хочет. Ага, сразу здесь несколько человек. Хорошо, отлично. Значит так, для того, чтобы участвовать... Странный вопрос, конечно, я... Хорошо. Для того, чтобы участвовать, не нужно сначала вам немножко говорить о нашей платформе. Значит, что это за платформа? Эта платформа, не по-моему, она вначале тоже рассказывала о платформе. Значит, это платформа, на которой вы можете говорить каждый день по-английски по 25 минут с носителем языка и с зарубежными преподавателями. На платформе все на самом деле происходит очень легко. Для того, чтобы учиться на платформе, да, учиться на платформе легко и просто. Вы пройдете регистрацию, можно пройти регистрацию, это бесплатно. Вы там, например, пишете студент, указывает имейл, пароль, и вы выбираете преподавателя, вы выбираете время, когда вам удобно заниматься. И вы говорите свободно каждый день. Значит так, первый шаг для того, чтобы участвовать в нашем конкурсе, это зарегистрироваться, пройти регистрацию, то есть зарегистрироваться на нашей платформе. Кстати, если у тебя есть ссылка на платформу, то скинь, пожалуйста, в комментариях. Значит так, здесь можно... Вот, платформа. Да, то есть для того, чтобы участвовать в нашем конкурсе, человек должен быть зарегистрирован на нашей платформе. Я повторю, да, это совершенно бесплатно, пройти регистрацию бесплатно. И человек не может являться уже студентом платформы. То есть это только для новых участников, новых студентов. Я сейчас приглашу тогда моих коллег, и они вам объяснят следующие шаги этого конкурса. Сегодня мы... С кого мы начнем? Сегодня у нас будет сначала английский, американский или британский вариант. Я думаю, что Саня здесь, по-моему, вот. Друзья, а какой язык будет первый? То есть какой вариант? Английский или британский или американский? Британский? Хорошо. Давайте британский. Саня, if you're here, I would like to invite you to the stage. I saw that you wrote a message earlier. If you're still around, you're more than welcome to 1 minute. Okay. Хорошо. 1 минута и представитель британского варианта будет с вами
разговаривать. Интересно, что все сразу написали британское, 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 британское. Хорошо, значит британское. Okay, I'm ready. Cool. So, welcome. I will turn off my camera and then you can start. Thank you, Lucas. Hi, guys. How are you all this evening? Please put a plus or a minus if you can or can't hear me very well. Great. Lucas can hear me. Oh. Great. Svetlana can hear me. Natalia. How are you guys? Which part of the world are you from? I would like to know. Excuse me. So I am from Belarus. Okay. I am from Wales. Do you know Wales in the UK? Russia? Thank you. I can see and hear you very well. Russia. So a lot of you are from the from Eastern Europe then. Ukraine, Moscow, the capital. Great, great. It's nice that you're from so many different places and Algeria. Okay, Algeria in North Africa. Sevat, I don't know where that place is. Norway, okay. Russia. Okay, guys, let's get started. So I'm Sunny Davis. I'm an English teacher with Speak 25. I've been on the platform for about 2 months now, and I really enjoy it. It's great. The students are very enthusiastic, and yeah, I just really hope that you guys will join, and you're going to see a vast improvement in your English. So let's get started. So a little bit about me. I was born and raised in the United Kingdom, as I said, in Wales, which is in the western part of the island. We have our own language, Welsh, but also English is spoken here, so it's Welsh and English. We have our own traditions, and maybe you can write in the chat box. Do you know some interesting fact about Wales? Maybe you can write in the chat box about it. I can tell you some things later, but I would just like to know if you have any idea about my country. So go ahead and type in the chat box. Well, maybe you guys know Tom Jones. He's the famous Welsh singer. I would say he's the most famous. And Snowdon, yes, very good, yes, the highest mountain in Wales. We are also very famous for our singing, our male choirs especially. And also coal mining, back maybe 60 years ago, it was very famous for that also. Great. Okay, guys, my background, Cardiff is the capital, yes, correct, Nina, yes, it is. Yes, about 750,000 people, I believe. And that's where actually I'm based. Well, I'm on the outskirts of Cardiff, so I'm not actually in the centre, so in the suburbs or the outskirts. Okay, my background is in accounting and finance. I like to travel and to help people. I have experience of working and living in other countries and diverse cultures. And I visited Kenya, Japan, and Brazil. So, can you guess, guys, where those two pictures were taken? Do you have any idea? Maybe you can write in the chat box. I'll give you a clue. They were both in the same country. They're both in the same country. Not Japan. Not Japan, no. No, not Japan, Amanda. It's on a different continent.
Thailand? No, not it's not in Asia. I'll give you a clue. I'm not going to allow Lucas to answer. That's my clue. Brazil, yes. Brazil, yes. Well done. Fantastic. Okay. And this is my university, the University of South Wales. So I graduated with a first class honours degree from the University of South Wales, and I also have a TEFL certificate. So you can try to type in the chat box what university you attended, or what degree you have, or what diploma. I would be interested to know your background, your working background. So type in the box your qualifications, please. I would like to see it. So if there's anyone on here who works in finance or tax or anything like that, I can certainly help you with that. PhD in architecture. Oh, wow. Wow, very good high level qualification there. For me, a degree was that's hard enough. So I take my hat off to you. PhD, it's very tough. Very tough, I know. PhD in biology. Okay. So you have an interest in science. Great. Wow. So we have a lot of high caliber participants on the call tonight. That's great. Okay, next slide. That's my certificate, the TEFL certificate. So due to my first independent trip abroad, I fell in love with other languages. Now, when I say independent trip abroad, I mean the first time that I traveled alone, because like most people, I'd gone on sort of the week trip or vacation to France or to Spain with family and friends. But it was only when I went alone that I fell in love with other languages, because for the first time I had to, order things in the hotel. I had to order my own food, and I had to mix with people, because when you're alone, you have to integrate with the society. So yeah, that's when I really started to take an interest in learning another language, and then realizing the benefits of being bilingual, or at least bilingual, or multilingual, or a polyglot. So yeah, let's have a look. Amanda says, I started teaching myself languages, help people by trading services for learning their languages. That's great, and that's something that also I've started to do myself with language exchanges. So yeah, it's great. And if you have a language partner, then you can motivate each other, and it's much better than learning alone. And this is why this platform is so great, because we can help you on your quest to become fluent, and in a fun way, fun and exciting way. So in 2016, I decided to quit my job as an accountant to pursue my dream of teaching English. So yes, guys, as I said previously, my background's in finance. I worked for about 3 years as an accountant. But for me, sitting in front of the screen reading spreadsheets really wasn't satisfying or rewarding. So that's why I decided to change. And traveling helped me in that, in changing my mindset to become more open-minded. So from Glena, how many languages do you know? Well, I know maybe, let me think, Japanese, Kiswahili, some Portuguese, Spanish, Welsh, English. So I know about six languages, but I speak two, English and Spanish, and I used to speak Welsh, my the national language, but it's not so common anymore. It's more common in the rural areas. So in school, we all learned Welsh, but it's not that useful nowadays, at least in the city centre. So I would say, yeah, I'm fluent in two. How about you guys? Can you type in the chat box how many languages you know? Because I guess in the Soviet Union countries, you all speak Russian, and then you have your own mother tongue, I believe. So I would be interested to see or to know how many languages you guys speak. I taught on designer. Oh, wow, great.
So what languages do you guys know? So Russian. Is Belarusian, Spanish and Italian? Oh, wow, okay. I guess, yes. If you learn a Romance language like Spanish, then it's very easy to transfer, isn't it, to another one. I'm a bilingual, Ukrainian and Russian. Oh, okay, this is interesting, yes, because lately I've started to realize that there is actually a difference. I thought it was the same language, but with a slightly different dialect. So that's interesting. So thanks for sharing that. Portuguese and English. And maybe, yes, I know you speak Spanish, Lucas, also. Great. Okay, next slide. So what can I offer you? So I teach English for all levels and abilities in a very professional and relaxed manner. I will be very flexible in my schedule and will tailor the classes to your own specific and personal needs. For me, this is quite important because depending on what your profession is or what your needs are, I will tailor it to those needs. So if you want business English, I can provide with that. If you need to pass any sort of exam like the TOEFL or the IELTS exams, I can help you with that. If you just want general conversation, just for fun, of course, I can help you with that. Really, it's down to you, and I will always put you at the forefront of my teaching. I can help with proofreading and editing presentations, so PowerPoint presentations, translations, English to Spanish, essays, coursework, assignments, accounting and finance, business, etc., and also tax. I know more effective and easier ways to learn a foreign language than the traditional teaching methods, and this will help ease any frustrations and difficulties. So, guys, I'd like to ask, do you use traditional teaching methods, i.e. textbooks, and are they effective for you? Because I would like to know if that's still in use. For me personally, I don't use textbooks as much. However, I would like to know if they are still effective. So please, could you write in the chat box to tell me about your particular learning style at the moment? Romance languages are very similar. If you learn one, yeah, I agree with that, Amanda. Say something in Welsh. Okay. So how are you? Is sut wyt ti? Sut wyt ti? What's your name? Pwy wyt ti? Or I can count to the 10 in Welsh, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How is that, Glina? Is that good? It's very different to English, by the way. Very, very different. So could you tell me, guys, your current learning methods? If you think that textbook learning is still effective? Or if you use something else, podcasts maybe. That's something that I use personally, podcasts. Yeah. Well, for me personally, guys, I think that why this platform is so effective, because you're listening to real-life English, the English that is spoken in the offices or on the streets. And as I realized with when I first started learning Spanish, there's a big difference. There's a gulf of difference between the textbook English or textbook Spanish, sorry, and real life Spanish. And I think this is the same for every language. So if you're struggling with using textbooks, then this platform will be great for you, because you're going to have hands-on practical real life English. Grammar books, listening to the radio. I mean, yes, using grammar books is still good. But I think the best way is to combine your textbook learning with real life English. So in other words, speaking to native speakers and things like that. Well, not necessarily native speakers, but just speaking is the best way. Because it's kind of like when you're a child. I mean, I didn't know what a noun or an adverb or what a preposition was when I was 3 years old, but I could speak English.
So that's the way I think that you should approach any language, is to learn how to speak it first, and then you can perfect it later with grammar books. Watching films, watching films, I highly recommend that. Also very good. Listening to the news also is a good option. Okay, on to the next slide. So do you have any more questions, guys? No. Speak. Listen and listen to, and a little bit of grammar reading. That's great. Yeah, it's all, have a combination, because everyone's learning styles are different, but speaking is definitely the most important thing. I remember my time in Japan, where I was doing some voluntary work, and lots of the Japanese have excellent grammar, but they don't know how to speak it because they don't have the practice. So that's why this platform is so good for you and will be so beneficial. So do you have any more questions, guys? Okay, let's go on to the next slide. So this is a quiz for you, okay? And the first person who answers correctly will win a free lesson with me. So that's, I think, a pretty good incentive for you. So you have to guess the British English word. So I stress British English for these items. So please go ahead and type your answer in the chat box. And guess, guys, by the way, please leave your email address. Sorry, I forgot to mention that. Yes, so your answer plus email address. So Paulina, trainers, yes, but you have to omit the E, there's only one. Sneakers, trainers, yes. So, well, sneakers, that's what the Americans call trainers. And I believe in Canada also. So I'm just waiting for some more answers to come in, and Svetlana will have a look to see who answered first. But yes, the correct answer is trainers, yes. So I'm just waiting for Svetlana. Can you write a message, Svetlana? Tell me who the winner is, please. Paulina. Is it Paulina? Let's have a look. Maybe we still don't have a winner. Okay. Yeah, so as I understand, yes, you have to be registered, but not a student at the moment. So Paulina is the winner, yes? Is that right, Paulina? Great. So you've won a free lesson with me. So I'm looking forward to seeing you on the platform, Paulina. And you're from Russia, I believe. Great. Well done. Sorry, I'm just going through some other questions. How many languages are you planning to learn? So someone asked that. Okay. Well, at the moment, I'm quite content with English and Spanish. Maybe Portuguese, because I do like Brazilian culture. And Japanese, so yes, maybe, yes, Portuguese and Japanese, but not at the moment, yes. The Spanish subjunctive tense, I don't know if you guys know the subjunctive, maybe you have it in Russian. That's, for me, that's enough, so I'm quite happy to stay with Spanish for now. Okay, next slide. And that's it, guys, so thank you very much for your time. I hope that this
this small 15-minute kind of talk has been informative for you, and hope to see you on the platform. So take care, guys, and all the best. Thank you. Bye. Okay. Спасибо. Спасибо, Саня. Хорошо, теперь у нас еще будет еще один спикер, Amanda, if you're here, I would like to invite you to talk to our audience. Хотел еще напомнить, что да, еще осталось одно занятие, так что конкурс еще не закончился. Ага, вот Amanda. Так что, если вы хотите выиграть одно занятие, оставайтесь с нами. И удачи. Okay. All right. Well, my name is Amanda, and I just want to know real quick if you can hear me and see me. Give me the plus and minus. Okay. So, listen. Okay. So, all right. Well, okay, so my name is Amanda, and I am the American English teacher from the U.S., and I, yeah, okay, so anyways, hopefully everybody can hear me. Okay, I got a lot of pluses, that's good. Okay, so first of all, has anybody on here, how many of you have been to the U.S.? And if you've been to the U.S., what part of the U.S. have you been to? So, let's see. Okay, lots of pluses. Okay. Bring you the chat box. I wish I could. You know what? I wish that about all kinds of different countries. I would love to see Europe, all over. I haven't. Okay. Yeah. I kind of feel you there. I haven't been anywhere either. One of these days. Okay. So far nobody has been to the U.S. Okay. One day in New York. Okay. So one person from New York. Yeah. New York is the one place, like, everybody knows about. They know about New York. Oh, okay. Galena's in the U.S. right now. Where are you at? Okay. North Carolina. All right. So somebody from the North Carolina area. That's awesome. I've not been to the Carolinas. I have been to the Dakotas. Once. Didn't actually stay. I just kind of drove through for a wedding thing that I thought I was going to miss. Okay. So I am from the Midwestern part, which is in Missouri. The Midwest is kind of somewhere in the middle. And I've been basically teaching people English or helping them learn English on and off since 1998. I started out originally teaching myself languages, so everything I've learned, minus some French and Spanish, has been self-taught for the most part. And I've kind of been helping people learn it through email, mainly through colleges. I kind of traded services. It was if you want to learn English or need help, I will help you because I like foreign languages. And I couldn't find anybody that spoke different languages, so I couldn't find what I wanted to learn. And if you've been to the U.S. or you've learned some things about the U.S., you'll know that we don't have a lot of options here. We get a chance to learn Spanish. We get a chance to learn French. Once in a while, German. And you don't really get those opportunities until high school.
And I wanted to learn languages that were never taught, so I had to find my own way. Currently, I teach on Speak 25, and I also work for Lingostan, and I am working towards becoming a translator. So hopefully, if things go well by the end of, I want to say next week, I'll be doing translation work as well for the speaking pairs of English and Spanish, English and French, and if there's a need for it, English and Romanian. Russian is my newest language. I only know, I think, two things to say for that. So not very much Russian at the moment. Okay, so being from Missouri, let's see if we can use the chat box. Does anybody know anything about the Kansas City area? It can be the Kansas City area, Missouri, Kansas area. Because if I'm not mistaken, most people in Europe think the two go hand in hand. So there's actually two Kansas cities. There's Kansas City, Missouri. Okay. Something in Romanian. Okay. Let's see. I can say, what time is it? Okay. Can't remember off the top of my head how to say good afternoon, but I can say bună dimineață, încântat să te cunosc, which is nice to meet you. Yeah, you put me on the spot. Normally, I only get to use it once a week, so hey, I got to use it twice a week. Okay, let's see. I lost my train of thought. Oh, okay. So, let's see. Nothing in the chat box for Kansas City. Okay, so I'm going to guess Kansas City is not well known. Okay, so where I'm from, I'm in Kansas City, the Missouri side. Kansas City is known for barbecue, the Wizard of Oz movie, and the St. Louis Arches, and all of its fountains. Kansas City on the Missouri side is commonly referred to as the City of Fountains because we have hundreds of them. Mainly, most of them are downtown in our shopping areas and the Westport area, that kind of thing. The Wizard of Oz movie, for some reason, gets placed with Kansas City, Missouri because Kansas City, Missouri and Kansas City, Kansas literally run into each other. And that movie takes place in Kansas, which is the state right below us. So the two pictures here are the St. Louis Arches and one of our many fountains. We have the best barbecue ever. You have not tasted barbecue until you've had Kansas City barbecue. I think New York has barbecue, but we have the best. We literally win competitions over our barbecue. Other than those four things, we have a lot of sports teams. So if you've heard of the Kansas City Chiefs or the Kansas City Royals, the first one is football. The second one is baseball. Those are our top two teams. Okay, so enough about me because I know we all want to learn English. So American English, where is it used? Oh, yeah, we have barbecue weather. Actually, we have 80 degree weather. At least it was 80 degree weather yesterday. Today, it's I think in the high 70s.
Okay, so American English is mostly used in the United States, all 50 states, including Alaska and Hawaii. There are parts of Mexico, Cuba, Canada, and the Bahama Islands. It's used in these other locations mainly for government reasons and tourism aspects. Because we're so close to these areas, you get a lot of tourists in, for example, Mexico and the Bahamas and Canada. So they use it mainly to get us to buy stuff when we go visit or for government reasons. Okay. With America and American English, I'm not 100% sure if you can understand everything I'm saying, and the reason might be because American accents have accents all over America. So these first group of these are the main ones, North Central, Western, Midland, Southern, Inland Northern, and Mid-Atlantic. But there are cultural varieties that are kind of not all over, they're in specific areas. Cajun and African American are the top two. Cajun is going to be in, I want to say Louisiana, and maybe a few parts outside of Louisiana. Okay, I am easy to understand. Okay, yeah. African American is typically going to be all over the U.S., mainly where there's a big population of African American people. But as far as the main types of the American accents, there is a really big difference in the accents. So you will find some Americans are easier to understand, whereas some Americans are kind of not so easy. What is your accent? Oh, okay. So my accent is the Midland, which is also the Midwestern. And the Midwestern accent will be mainly Missouri, but you'll also hear it in Kansas, possibly the other states that border us. So the more south you get, that's where you get the Southern. So when you, it's interesting because I have a Midwest accent, but I have family that grew up in the Southern inland area, which is by the Great Lakes. So the accent kind of changes depending on where you are and who you're talking to. So if I'm around people from Minnesota, I'm going to sound a lot like the people from Minnesota. Same with, for example, the Southern states. Midwest, you'll hear you all, whereas the Southern states, like Oklahoma, Tennessee, you'll hear they say y'all. So it's kind of a rolled accent. Most difficult accent to understand. Ooh. You know what? I don't know. I'm going to say probably the New York and Jersey accents for the most part, because they're the way they say the vowels are very, they have very thick accents. Rednecks. Yeah, those are the Southern ones. Yeah.
Yeah, they can be kind of hard to understand. Yeah, so the accents are something to keep in mind for when you're talking to Americans, because depending on the accent, it's going to be harder or easier to understand them or figure out what they're saying. And, you know, cultural varieties have different terms for things. So, okay, so terminology. American terminology is very interesting because we have different terms. We have many of them. So we have many terms and or sayings that mean exactly the same thing. And the difference in terms is usually based on location or other factors. So, for example, accents, your background, that kind of thing. The main example I have for that. So, for example, British terminology, they say rubbish. We say garbage. We say trash. We say waste. And all of our terminology is very interchangeable. So, easiest way when you're talking to an American speaker, pick which terminology you're more comfortable using. So, whichever one that you hear the most or you feel more used to saying will be the one that you'll want to use. So your personal preference is going to determine your vocabulary. As far as terminology goes also, different age groups have different terminology. So it gets very interesting when you're talking to different generations. Terminology, you'll hear the slang more. Slang is more for the younger generation and African American generation, whereas senior citizens might use the really old version of a term. So for example, for this terminology, they're more likely to use garbage or waste, depending on who it is. Whereas my age group, we'll just say trash. That usually is the main one. So as far as terminology goes, just if you hear a term and you're not sure, it's best to ask, because we have tons of ways of saying them, and even I don't know which terms are always the exact same thing. Same with abbreviations. Our terminology, we like to abbreviate everything as much as possible. So, you know, if we can shorten a word, we're going to do it. For mainly abbreviations for states, terms like information, we will cut it down to the little terminology of info. So something to watch out for. And, okay. Yeah. Svetlana, I'm not sure what you wrote because it is all in, it's all in Russian, and okay. Okay, yeah. Okay, so I have the same kind of contest. Okay, so just like Sunny gave you, the first person who can tell me what this is and make sure that you write it and then put your email will win a free lesson with me. And Svetlana will check. You'll want to make sure that you're registered, but you don't have to be an actual student yet. And, okay, we have pancakes. They do kind of look like pancakes, but no, we have a couple people that have said cookies.
And I'm not really sure who was first. Oh, okay. So, Galina, you were the first one to answer. So make sure you write that again with your email so that Svetlana can check and make sure. So, yes, it was cookies, not pancakes. Pancakes are actually a breakfast thing. But yeah, those are really good too. Okay, so I wanted to share my last slide with you. This one is cookies. So the British word for it is biscuits. And I wanted to show you guys real quick. So biscuits is actually an American English word for a breakfast food, which is very, very yummy. And it's usually made for biscuits and gravy. So it's, yeah, it's completely opposite of what the British version is. But yeah, so cookies was correct. And okay, so Svetlana, do we have our winner? I think we do because I see the email. Okay, so I hope that you guys have enjoyed my presentation, and I hope to see many of you there on week 25. Yeah, Galina is the winner. Congratulations. I cannot wait to work with you. And hopefully I will see the rest of you on week 25. I look forward to working with you, and I just want to add, I'm a lot like Sunny. I think textbooks are great, but you can only get so much from a textbook. So I kind of feel like kind of jumping into a language and figuring out how you learn best is the best way. So I will do my best to help you guys with links and everything else, kind of based it on what you guys want to learn. And I will see you guys there. Hey, Dad, it's time to get up. All right. So, sorry, my camera cut out. Okay. So I look forward to talking to everybody. And does anybody have any questions? I've got about 5 minutes. Let's see. I don't see any questions. Okay. All right. So no questions. Okay. Yeah. Okay. So, all right, well, it's nice to meet everybody, and I will see you on week 25. What do you think about Donald? Oh, yeah, I like his wife better, honestly. Not really fond of Donald, but that's just my opinion. Nice to meet you too. Oh, you're welcome. Okay. All right. You're welcome. Let's see. Yeah. All right. So nice to meet you too, Galina. You're welcome, Artem. All right. Okay. All right, well, Svetlana, I'm going to turn it over to you because I have to leave in about 5 minutes. So if you have questions about the platform, Svetlana is your person. Amanda, I'm here. Mm-hmm. Поставьте плюсики, видно, слышно. Галина, которая выиграла сегодня занятие с Амандой, и также, к сожалению, не могу сейчас... Полина, да, которая выиграла занятие с Саней.
Я вас поздравляю. Я вам после вебинара обязательно пришлю письмо. Расскажу, как вам нужно будет допройти регистрацию, если вы ее еще не допрошли, то есть заполнить свой профиль, все внести необходимую информацию, скайп и так далее, да, чтобы вам преподаватель мог позвонить. И мы с вами обговорим время на завтра или на послезавтра, когда вам удобно будет провести занятие. Так что ждите от меня письма, мы с вами обязательно спишемся и обговорим. Все, полностью. Наверное, мне помог Лукас. Чтобы заполнить профиль, вы можете это сделать сейчас самостоятельно. Заполняете профиль, все поля лучше всего заполнить, особенно поле, которое называется «Обо мне». Это важное поле, там нужно указать информацию, которую должен о вас знать ваш преподаватель, чтобы более эффективно подготовиться к занятию с вами или провести это занятие с вами. Так как наши преподаватели с вами уже частично познакомились с теми, кто здесь сегодня на вебинаре, вы много о себе рассказывали, писали, отвечали на комментарии, давали свои комментарии, вопросы задавали, достаточно активно себя вели, за что вам большое спасибо. Поставьте, пожалуйста, плюсики сейчас. Нет, давайте не плюсики, восклицательные знаки тем, кому спикеры наши понравились и кто вообще хотел бы их видеть часто. Поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки, чтобы я видела, что замечательно, замечательно. Я рада. Отлично. Хорошо. Я вам тогда напоминаю, давайте мы перейдем еще к одному вопросу, да, сегодняшнего дня. Я вам напомню о том, что это преподаватели с платформы 25 минут. Я вам могу сказать абсолютно точно, что эти преподаватели уникальны. Вы их вряд ли где-то еще сможете найти. Они работают практически исключительно с нами. Поэтому обратите внимание, если вам комфортно, если вы сегодня чувствовали, что вы хотите у этих людей заниматься, если вам понравилось их метод обучения, было понятно, да, то, о чем они рассказывают и как они говорят, то вы можете прийти к нам на платформу, зарегистрироваться, оплатить подписку, купить подписку, оформить, да, и заниматься с ними целый месяц, каждый день по 25 минут. Лукас, наверное, уже немного рассказал о платформе. Давайте я вам более подробно расскажу для тех, кому интересно, что это такое, и заодно немножко о правилах, чтобы вам было более понятно, как мы занимаемся на платформе 25 минут. Кидаю еще раз в чат ссылку на платформу. Эта ссылка идет на регистрацию. Мы проходим регистрацию. Дальше вы попадаете, после регистрации вы попадаете... Да, здесь выбираем регистрацию, все заполняем, и вы попадаете в свой профиль. Заполняете профиль, стоимость. Наталья, стоимость платформы $119. Не скажу вам сейчас, сколько это в рублях. Ну, можно, в принципе, посчитать. Умножьте 119 на 62. Умножить на 62, это получится 7378, разделить на 30. Это получается 245 рублей, 246 рублей за одно занятие с преподавателем стоит. Мы заполняем профиль. Я прошу вас очень внимательно подойти к заполнению профиля, скайп и так далее. Заполняем аккуратно, без ошибок, потому что иначе вас преподаватель просто не найдет. Это не сможет вам вовремя позвонить, да, когда у нас назначается урок. Наши уроки проходят по 25 минут в системе скайп. Как это выглядит? Вы бронируете занятия на нашем сайте. Далее в назначенное время вам преподаватель в скайпе звонит. Вы общаетесь ровно 25 минут, и после занятия вы можете написать свой комментарий о преподавателе или о занятии в целом. После того, как вы заполнили профиль, вы можете либо активировать подписку, пройти, да, во вкладку «Биллинг» и там активировать подписку и оплатить удобным способом. Способов там много. Для тех, кто у нас платит из России, для российских карт, вы выбираете оплату картой. Ну, или любой другой удобный для вас способ. Те, кто платит из-за границы, те, у кого не российские карты, вам нужно оплачивать через PayPal. Внизу, в
самом низу формы подписки есть такая опция, как PayPal. И там вы ее выбираете и оплачиваете, потому что карты, к сожалению, иностранные не пройдут через нашу систему. Мы с вами далее можем ознакомиться с преподавателями. Вот сегодня вы видели двух преподавателей этой платформы. У нас еще есть и другие преподаватели, и тех, которых я сейчас вам покажу, это тоже не все. Есть еще преподаватели, которые у нас обновление происходит преподавательского состава достаточно часто, поэтому появляются новые преподаватели. Саня Дэвис у нас не единственный преподаватель из Великобритании, у нас еще есть представитель Ирландии Конор Браун. К сожалению, его сегодня на слайдах не будет, но, в принципе, вы можете пройти регистрацию, открыть его профиль и посмотреть, кто такой Конор Браун. Мы, чтобы посмотреть преподавателя, переходим во вкладку «Преподаватели» и выбираем интересующего вас преподавателя, и открывается его профиль, вы можете его посмотреть. Сейчас мы с вами вкратце пробежимся по преподавателям, которых некоторых вы уже знаете, некоторых нет. Сани Дэвис, спикер, который выступал сегодня. Хафиз Салман Аслам – это спикер из Пакистана. Эрвин Фернандес – Филиппины. Никола Николич – Сербия. Жозеф Агбенига – Гана. Чинонсен Нважичи – Нигерия. Аманда Конс сегодня тоже выступала, вы с ней уже знакомы. Сильвия Мария – Италия. И другие. Есть еще и другие преподаватели. Также я напоминаю, что и из Великобритании, в том числе Ирландия. Чтобы забронировать занятия, вам нужно перейти, выбрать преподавателя. Каждый день можно заниматься. Кирилл, когда вы покупаете подписку, у вас получается 30 ежедневных занятий. Не просто можно, а каждый день нужно заниматься. Каждый день вы занимаетесь по 25 минут. Давайте еще скажу по поводу бронирования. Как мы бронируем занятия? Мы выбираем удобное для нас время, удобного для нас преподавателя. Вы можете заниматься из любой точки мира. Да? То есть давайте прям посмотрим сейчас, как это происходит. Я могу забронировать занятия через вкладку «Преподаватели». Я хочу именно к команде попасть. Да? Я выбираю Аманду, нажимаю «Записаться на занятия». Открывается вот такая табличка. Это расписание. В расписании то, что выделено серым, это означает, что в данное время преподаватель свободен. Если временной слот белый, здесь означает, либо преподаватель в это время занят, с другим студентом занимается, либо недоступен в это время. Поэтому данный белый слот забронировать нельзя, серый слот можно. На платформе время у вас открывается местное. Как понять, что преподаватель подходит? Хороший вопрос, как понять, что преподаватель подходит. У них в профиле все, в принципе, о них написано. Так как вы не ограничены выбором преподавателя, все 30 дней вы можете менять каждый день своего преподавателя. То есть это не означает, что вы выбрали одного и приходится вам 30 дней с ним заниматься. Абсолютно нет. Вы можете постоянно сегодня с Саней позанимались, завтра с Амандой, послезавтра с Эрвином, ну и так далее. Сколько вы можете брать всегда у одного преподавателя, если это для вас более подходящий способ. То есть, в принципе, чтобы забронировать занятия, мне всего лишь навсего нужно понять, с каким преподавателем я хочу заниматься, выбрать удобное для меня время. Время на платформе вы видите местное, то же самое время, которое указано на вашем устройстве, с которого вы выходите в интернет. То есть, если мы вышли из Москвы, да, то я вижу московское время. Вы нажимаете на серый слот, подтверждаете, пишете «продолжить», и у вас появляется такой желтенький слот, означающий, что вы забронировали занятие. Все, можете дальше быть спокойным. Как только преподаватель подтвердит это занятие с вами, он станет зеленым. Так, про стоимость мы с вами уже сегодня говорили. В принципе, $119 стоит подписка сейчас. Я должна вам сказать, что низкая стоимость подписки, она обусловлена
так скажем, двумя моментами. Да? Первый момент, что на данный момент на платформе идет стадия бета-тестирования. Бета-тестирование – это та стадия, когда могут иногда случаться какие-то сбои небольшие. На ваше обучение, на ваше количество занятий это никак не скажется. То есть если по нашей вине или по вине преподавателя вдруг у вас не состоялось занятие, оно вам обязательно возместится. Из-за этого вы можете не переживать. Если занятие не состоялось по вашей вине, ну, тогда, к сожалению, нет. А если я хочу заниматься с одним преподавателем, но этот преподаватель работает не каждый день. Да, Юля, здравствуйте. К сожалению, мы не можем заставлять наших преподавателей, они у нас свободные люди, работать каждый день. Они выбирают удобный для них график. Если у вас есть тенденции заниматься... Юля – это наша студентка. Если у вас есть именно тенденция, да, вы хотите заниматься с одним преподавателем, то, наверное, старайтесь бронировать у него те дни, когда он не работает, к сожалению. Это тоже хорошее дополнение к практике – заниматься с кем-то еще плюсом. Да. Юлия, я знаю, насколько я помню, вы хотите заниматься все время с Алессандрой. Итальянская платформа. Юлия, вы знаете еще и английский? Так, какая-то программа занятий есть при условии подписки на несколько месяцев или все произвольно? Кирилл, смотрите, здесь у нас все работает очень гибкая система. Вы с преподавателем, когда первое занятие у вас проходит, вы можете, и вы в принципе в своем профиле это можете указать, вы с ним можете обговорить, что я хочу программу, по которой я занимаюсь, и в своем профиле в том числе указываете. Я хочу изучать, например, только деловую лексику, да, деловой язык, ну, к примеру. Тогда вам нужно будет это указать в профиле и сказать об этом преподавателю, чтобы преподаватель к следующему занятию мог готовиться в соответствии с вашим запросом. Если вам нужна конкретная программа, с этим нужно обратиться именно к преподавателю, он обязательно для вас разработает такую программу, по которой вы будете идти. Так как наша платформа, она больше направлена на формирование разговорного навыка, то есть Лукас говорит о том, что за 25 минут ежедневных занятий в течение некоторого времени вы спокойно, без особых усилий, должны выйти на уровень fluent, да? То есть достаточно свободно разговаривать на английском языке, чувствовать себя комфортно, без языкового барьера и смущения, стеснения. Поэтому здесь не формируется программа, а, можно так сказать, вас помещают в комфортные, но, однако, достаточно стрессовые условия. Да? То есть они для вас комфортные, мы создаем такие условия, потому что вы один на один, и это обучение. Но это носитель. Если вы за границей встретитесь с кучкой носителей, да, вы будете чувствовать себя и некомфортно, и в стрессовой ситуации, если вы давно не практиковали язык. Конечно, если вы выезжаете каждый месяц за границу, для вас это не стресс, естественно. Как только проходит какое-то время, и мы долго не общаемся с носителями или с иностранцами, любой человек чувствует стресс. Я вам признаюсь, я являюсь переводчиком по образованию, и однако каждый раз, когда я общаюсь с носителями или выезжаю отдыхать, чаю иностранцев, первое некоторое время я все равно испытываю стресс, потому что свой язык, например, я не так часто практикую. И если я его давно не практиковала, то я тоже нахожусь в некотором стрессе. Мне дискомфортно. Мне хотелось бы разговаривать с ними на русском. Но они не хотят. Не знают. Так. Другие преподаватели не устраивают. Да, английский тоже немного знаю. Думаю, стоит ли подписываться на английский. Другие преподаватели... нет, к сожалению, это испанский. Очень жаль. У нас на испанской платформе появился замечательный преподаватель, но, к сожалению, это не на этом семинаре. У нас прям жемчужина. Так, мы идем с вами дальше. Ну и все. И у нас и говорите свободно каждый день. Напишите, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, что-то осталось непонятно.
Если, например, вы прошли регистрацию и столкнулись с каким-то непонятным моментом, пожалуйста, напишите, мы сейчас в режиме онлайн все вопросы разрешим. Если вдруг у кого-то не проходит оплата, не переживайте, мы вас увидим, что у вас не проходит оплата, и вам обязательно напишем. То есть если вы сформировали счет, но у вас не получилось по какой-то причине оплатить, такое, ну, может быть, да, то есть, возможно, вы не услышали мой комментарий по поводу того, что иностранные карты, к сожалению, только через, для иностранцев, да, только через PayPal, и попытались оплатить с помощью иностранной карты, я обязательно вам сегодня или завтра с утра напишу. Не переживайте. Все те, кто попробовал оплатить, и у них не получилось, мы с вами обязательно свяжемся. Так, большое спасибо. Угу, хорошо. Напишите, пожалуйста, если есть какие-то еще вопросы по поводу именно работы платформы. Может, кому-то непонятно, как проходит обучение. Может быть, непонятно, как стоит выбирать преподавателей, по какому критерию. Или еще какие-то вопросы у вас остались. Вопросы по оплате. Любые вопросы, которые у вас возникают по платформе, вы можете сейчас задать. А я пока еще раз покажу вам, да, наших преподавателей и еще раз про них что-нибудь интересное расскажу. Санни Дэвис – это спикер, с которым мы сегодня уже общались. Хафиз Салман, из его плюсов. Он говорит очень бегло, быстро и владеет искусством написания иностранных сокращений, да, вот этих английских, американских сокращений. То есть, когда он пишет какие-то месседжи, послания, видно сразу, что человек владеет всеми сокращениями. Именно в письменном языке у него можно этому поучиться. Эрвин Фернандес обладает на платформе очень положительной репутацией, добрый, интересный, хороший преподаватель. Спокойный. Если кому-то нравится именно заниматься размеренно и спокойно, это Эрвин. Никола Николич. Молодежный язык. Очень интересный преподаватель. Веселый. Достаточно сильный в английском языке. Стоит попробовать. Веселый, интересный. С ним скучно не будет заниматься точно. Джозеф Гана. Мне достаточно с ним комфортно общаться, я хорошо понимаю то, что он говорит. Мне понятна его методика, как он излагает свои мысли. Можно сказать, что тоже достаточно такой спокойный преподаватель. Чиномза тоже спокойный. То есть у нас есть три достаточно спокойных преподавателя, которые никуда не спешат, потихоньку занимаются. Аманда. Ну, мы с ней сегодня общались, вы видели, насколько взрывная Аманда. Она очень интересна как преподаватель, плюс американская черта, американский нрав, он на ней сказывается, на ее ведении уроков. То есть это динамично, энергично, интересно. Сильвия Мария. Это преподавательница, которая преподает у нас не только английский, но и итальянский язык. Вот, кстати, Юля, неужели вам Сильвия не понравилась? Мне кажется, она настолько приятная. Ну, по крайней мере, я, к сожалению, итальянским не владею. Что касается английского языка, при общении с Сильвией, мне достаточно комфортно и приятно. Ответственный преподаватель. Мне кажется, с толком, с расстановкой подходит к занятиям. Но у нас здесь присутствует Юлия, которая... Наверное, у Сильвии тоже была. Она очень приятный человек, но как преподаватель не очень. Понятно. Ну, хорошо, на вкус и цвет. Кстати, если говорить о рейтингах преподавателей, то Саня у нас занимает место номер один, а вторая по популярности как раз идет Сильвия. Ну, возможно, потому что она на двух языках работает, я не знаю, но вторая после Сани идет Сильвия.
Так, еще вопрос, когда обновляются расписания, на сколько дней вперед можно записываться? Расписание проставляется преподавателем на неделю вперед. В принципе, вы можете записаться на неделю вперед, но я вам не советую этого делать, потому что, когда вы, например, взяли какое-то занятие с одним преподавателем, а потом появляется новый преподаватель, а вы уже записались на неделю вперед, к сожалению, поменять преподавателя уже будет невозможно. Поэтому лучше, наверное, бронировать за сутки. Да? Сегодня на завтра. На платформе действует правило бронирования за 24 часа, поэтому сегодня бронируем занятия на завтра. Это связано с тем, что мы поддерживаем качество проведения занятий, чтобы преподаватель присутствовал, да, мог успеть ознакомиться со своим расписанием занятий, да, он мог успеть отреагировать, подтвердить эти занятия и вовремя с вами их провести. Хотя я говорю, что сейчас идет бета-тестирование, и, конечно, иногда может случиться такое, что преподаватель там не заметил, не подтвердил. Может такое происходить, но не переживайте, все занятия, которые по нашей вине вдруг, да, пройдут не вовремя или не состоятся, все это будет под контролем Оксаны. Это служба заботы о клиентах и о преподавателях. Она у нас молодец, она заботится и о преподавателях, и о студентах. Поэтому вы попадете в надежные, добрые руки. Как можно узнать образование преподавателя? Юлия, я думаю, наверное, спросить у самого преподавателя об образовании. Вот Аманда нам сегодня, и Саня, и Аманда нам рассказали. Достаточно часто мы будем приглашать преподавателей на вебинары. Это наш второй вебинар с преподавателями. Предыдущий раз был Санни Дэвис и Салман Хафиз, да, из преподавателей выступали. То есть по возможности мы постараемся показать вам всех преподавателей через вебинары, чтобы вы могли с ними ознакомиться. Ну и плюс вы можете самостоятельно зарегистрироваться на платформе и посмотреть всех преподавателей, которые вам интересны. Я прошу прощения, можно я сделаю глоток воды? Я привыкла доверять документам. Ну, можно, в принципе, у них и документы попросить. Можно. Мы сегодня в презентации Саня показывал свой сертификат. Я думаю, что если у них есть диплом или сертификат, они вам тоже его могут онлайн показать. Ну, почему бы и нет. Мы говорили с вами о преподавателях, да, посмотрели еще раз преподавательский состав. Я напоминаю вам, что преподавателей у нас намного больше, чем вы сейчас видите, да, то есть появляются периодически новые преподаватели, происходит обновление. Смотрите, обращайте внимание, какие появились новые преподаватели. Так, и мы можем забронировать занятия двумя способами. Это выбор, через выбор преподавателя, через вкладку преподавателя. Мы выбираем, нажимаем «Записаться на занятия». Либо же через вкладку «Мои занятия», где вы также можете выбрать преподавателя и записаться на удобное для вас время к преподавателю. На платформе учиться легко и просто. Это действительно самая, наверное, простая платформа в использовании. Там вы не запутаетесь, ничего не пропустите, ничего не упустите, все будет видно и понятно. Так, Светлана, подскажите, как записаться на другие языки, если уже есть регистрация на определенном языке? Да, Юля, нужно пройти регистрацию вот по этой ссылке. Если мы говорим об английском языке, к сожалению, хороший вопрос задала Юля, я сейчас дам анонс. Сейчас у нас готовится единый сайт, который объединит все платформы. Сейчас пока на данный момент платформы существуют отдельно. Да, и поэтому при регистрации на одной платформе вы можете пользоваться только одной платформы. Впоследствии, когда это все объединится в единую структуру, вам будет достаточно иметь один профиль и просто добавлять туда языки, если они вот нужны. Но сейчас, к сожалению, да, мы регистрацию проходим на той платформе, на которой хотите заниматься. Там снова платформа испанского? Да ладно.
Нет, это английского. Это английская платформа. Когда будет общая платформа, к сожалению, пока сказать не могу. Сейчас разработчики над этим работают. Когда она появится, мы обязательно всех оповестим о том, что появилась объединяющая платформа, общая, единая. Зашла на платформу, а там только испанские преподаватели. У меня по ссылке выходит испанский, несколько раз переходила. Так, одну секунду. Давайте сделаем сейчас вот таким образом. Наверху должно быть написано, все платформы отличаются одним, да? Наверху должно быть написано, в конце должно быть написано English, Spanish, Italian и так далее. Так отличается платформа на данный момент. То есть, если вы, например, заходите и попадаете... У меня только испанские преподаватели. Ольга, значит, вы зарегистрировались на испанской платформе. Попробуйте перейти по ссылке, которую я сейчас дала. Должна быть английская платформа. Теперь английский. Хорошо, замечательно. Угу. То есть мы проходим с вами там регистрацию, и вы можете увидеть преподавателей. Ольга. Первое слово точно да. Да, спасибо, хорошо. Чтобы пройти регистрацию, если вдруг вы зарегистрировались на испанской платформе, да, потому что некоторые пишут, что они выходят, у меня выходит на английскую по ссылке, но я вижу здесь несколько комментариев, что выходило на испанскую. Пожалуйста, укажите в профиле в своем изучаемый язык. Это очень важно. Если вы укажете мне английский, я вас просто с испанской перенесу на английский, на английскую платформу самостоятельно. Вам не нужно будет регистрацию делать, я вас просто перенесу между платформами. Поэтому очень важно заполнить все правильно и написать изучаемый язык, чтобы я смогла сориентироваться, если вы вдруг зарегистрировались на испанской платформе, чтобы вы перешли на английскую. Если есть какие-то вопросы, вы можете их задать. Те, кто проходил регистрацию, посмотрите, пожалуйста, в профиле, да, как вы указали свой язык. Если даже вы зарегистрировались на испанской платформе, нет ничего страшного, я вас перенесу на английскую платформу, но уже, наверное, завтра с утра. То есть я вас... Всех посмотрю. Просто укажите язык, который вы бы хотели изучать на платформе, чтобы вам было комфортно и вы смогли посмотреть преподавателей. Если есть какие-то вопросы остались по поводу, как проходит занятие или еще что-то, вы обязательно задавайте. Занятие у нас проходит по 25 минут. Мы занимаемся в скайпе. Преподаватель самостоятельно звонит вам, да, предварительно занятия вы бронируете, они подтверждаются преподавателем, и в назначенное время вам преподаватель позвонит в скайпе. Если вы хотите, чтобы вы с преподавателем занимались определенной программой, то нужно об этом тоже указать в профиле, о том, что вас интересует, например, определенное направление. Тогда преподаватель будет в курсе, и он будет готовиться, соответственно. Плюс вы можете указать это в профиле и также можете указать это при первом же занятии. Сказать преподавателю, что вам интересно заниматься в этом направлении, чтобы он мог готовиться к вашим занятиям в соответствии с вашими пожеланиями. Или же просто общаться, получать удовольствие от общения. В зависимости, конечно, все от ваших целей. Я надеюсь, что наш сегодняшний вебинар был для вас полезен, интересен, и, возможно, вы что-то новое для себя узнали.
Были ли сложности с пониманием американского языка? Меня вот интересует больше всего этот вопрос, потому что наши студенты достаточно часто говорят о том, что нужно привыкать, нужно время, чтобы привыкнуть. Если у кого-то были сложности именно с пониманием американского языка во время сегодняшнего вебинара, напишите об этом обязательно. Или же, может, все прошло гладко, все понятно. Достаточно интересная вещь, английский язык, что британский, что американский, это один и тот же язык, но из-за того, что там на американский язык оказывалось воздействие и другими языками, плюс более динамичное развитие самого языка, мы сейчас видим несколько иную форму, которая, в принципе, я надеюсь, что из сегодняшнего вебинара Лукаса вам стало понятно, что, в принципе, они не так сильно отличаются, нет никакой катастрофы, если вы владеете британским английским, чтобы вы также с легкостью можете понимать и американский, и английский, и наоборот. Сегодня во время тестирования комнаты мы с Амандой и с Саней проводили совместно втроем этот вебинар. И первый вопрос, который меня интересовал на тот момент, насколько Аманда и Саня будут друг друга хорошо понимать. То есть станет ли вопрос о том, что мы говорим на непонятном языке, или хоть что-то будет непонятным. Даже несмотря на то, что американцы часто используют сокращенные формы, и несмотря на то, что американцы и британцы иногда используют разные слова для обозначения одного и того же, никаких проблем у нас абсолютно не возникло. Мы прекрасно втроем общались, и они понимали друг друга замечательно, а я понимала их. Так, лично мне нужно скорее к британскому привыкнуть. Ну, 10-15 достаточно было минут. Угу. Светлана, спасибо, до свидания. Да, Юля, всего хорошего. Мы с вами встретимся на платформе. Приходите на английский тоже. Кирилл, это вообще, в принципе, нормально. Привыкать к носителю, привыкать вообще к иностранной речи, к другой речи, это нормальное явление. Если у вас нет постоянной практики. Есть люди, которые смотрят фильмы, слушают песни на иностранном языке постоянно, и с песен, из фильмов учат язык. Для них именно слышать не проблема. То есть слышать и понимать для таких людей, которые часто смотрят фильмы и слушают иностранную музыку, не проблема. Но вот говорить, к сожалению, все равно проблема. Есть такое явление, как пассивный словарный запас. Очень хорошая, нужная штука. Мозг каждый раз все ненужное убирает в такой ящичек большой. Он ничего не выкидывает, он убирает это все. И на чердак. Это называется пассивный запас. Происходит следующим образом. Вы слово не употребляете некоторое время. Мозг говорит, ну, происходит архивация. Мозг сказал, так, это слово мы не употребляли достаточно год, например. Да? Мы его перенесем, зачем он тут захламляет нам место? Мы его перенесем в архив. И перенес его в архив. А потом из архива его достать очень трудно. Архив – это означает, что когда я слышу это слово, то я его понимаю. Но в своей собственной речи я это слово употреблять не буду никогда, пока я его не достану из пассивного запаса. Как слово достать из пассивного запаса? Напишите мне, если знаете, как вытащить слово из пассивного запаса. Вот ушло у вас слово в пассив, вы слышите замечательно, все понимаете, но когда сами разговариваете, почему-то это слово не употребляете. Употребляйте его правильно, Галина, вы абсолютно верны. Начать его употреблять. Техника очень простая. Вы услышали слово. Обычно как происходит? Мы услышали слово в речи и думаем, а я его почему не употребляю? Вот, вот слово хорошее, подходящее, нужное слово. И вот именно оно и мне нужно. Его нужно фиксировать для себя где-то. Зафиксировали
И есть следующий принцип: 72 часов, в течение 72 часов нужно это слово несколько раз употребить. И оно вернется в ваш активный запас. Вы снова начнете им пользоваться. И здесь таится еще один небольшой подвох. В следующий раз оно в пассивный запас уйдет еще быстрее. Первый раз вам нужно было год, в следующий раз будет месяц, за месяц убежит. Поэтому здесь необходима именно практика общения, произношение этого слова вами. Не то, что вы его слышите, а то, что вы его произносите как можно чаще. Именно поэтому на этом строится методика Лукаса, которая говорит о том, что мы общаемся каждый день по 25 минут. Именно на этом принципе мы вернем все слова из пассивного запаса в активный запас, потому что мы слушаем носителя, и мы себе фиксируем, ага, да, вот слово «забыла» я уже, или «забыл», да, мы его себе фиксируем, и через некоторое время вы начнете это возвращать все в активный запас, и путем говорения каждый день это не просто вернется в активный запас, это станет свободным в употреблении. На одном из вебинаров Лукас рассказывал о том, что делился своими мыслями, и был вопрос, на каком языке Лукас думает, и он дал ответ. Это вот гениальный ответ. Это для каждого человека, который учит иностранный язык, нужный ответ. Он говорит, на каком языке я сейчас разговариваю, на таком я и думаю. Это самое верное решение. Думать на том языке, на котором вы сейчас говорите или слушаете. Именно поэтому важно, когда вы занимаетесь с преподавателями, именно поэтому важно, конечно, чтобы преподавателем был носитель. На платформе 25 минут у нас, можно сказать, носители, которые являются преподавателями. Все наши носители – это преподаватели или репетиторы. То есть это люди с практикой преподавания языка другим людям и другим не только своей национальности, но и также иностранным студентам. Это очень важный момент, потому что носитель носителю рознь. Любой носитель – это не обязательно преподаватель. Вы сами знаете по русскому, судя по русскому языку, насколько русские люди все по-разному грамотные. Поэтому учиться у носителя – это не означает, что вы гарантированно начнете правильно говорить. Учиться нужно у нужных носителей, у тех, которые являются еще репетиторами, преподавателями, которые сертифицированы и проверены годами. Люди, которые умеют преподавать. На нашей платформе работают люди, которые работают репетиторами или преподавателями уже несколько лет, то есть с опытом преподавания языка. Регистрируйтесь на нашей платформе, приходите к нам, будем общаться, будем встречаться. На платформе у нас существует еще пока служба поддержки активная. То есть по любым вопросам, которые у вас будут происходить, понятно, что-то непонятно, занятия по какой-то причине не знаете, не поняли, как забронировать или еще что-то происходит, мы будем с вами напрямую общаться через почту. У нас еще пока тесная компания, уютная, работает так, как у нас идет бета-тестирование, у нас полным ходом работает служба поддержки, которая вас, конечно же, обязательно поможет вам в любой ситуации. Это Оксана, это также и я, вы можете обращаться ко мне с любыми вопросами, которые у вас возникают, или к Оксане. Служба поддержки или служба заботы о клиентах, как вам нравится, так и называйте. Потому что Оксана, наверное, это все-таки забота о клиентах, а я поддержка. Думаю, что ближе так. Я вижу, что у нас потихоньку снижается количество участников. Я бы хотела поблагодарить людей, которые сотворили эту возможность, дали вам возможность заниматься с носителями языка. Давайте о них я пару слов скажу. Это Олег Акинцев, Акинцев и партнеры, Ян Вандер А и Лукас Бегетти, с которым вы сегодня
общались в самом начале. Огромное спасибо этим людям за то, что они создали такую платформу, дали возможность студентам изучать язык в комфортных условиях, не выезжая из дома, не попадая в стрессовые ситуации за границей, развивать, изучать, совершенствовать свои знания. Если вы со мной согласны, что эта возможность действительно уникальная, нам не надо ничего менять, нам не нужно никуда ехать, вообще свой образ жизни даже менять не надо. Если я хочу поехать в отпуск, я взяла с собой ноутбук и занимаюсь из любой страны, из любой точки мира. В деревню поехала, беру ноутбук, лишь бы был интернет, и занимаюсь. Если вы со мной согласны, если действительно для вас это интересно, важно, нужно, поставьте, пожалуйста, какие-нибудь знаки, плюсы, восклицательные знаки. Дайте мне обратную связь, 100%. Плюсики. Хорошо. Я рада, что это действительно для вас интересно и нужно, потому что Лукас с открытым чистым сердцем переживает каждый раз за своих студентов, что после того, как они прошли обучение на 21 час, да, какого-то языка нового, им обязательно их нужно куда-то пересадить. Выросли из этого маленького уже и круга. 21 час, они уже достаточно имеют знания о языке, имеют достаточный запас словарный, и они уже могут перейти на платформу, и он их передает трепетно на платформу. Спасибо ему большое, он действительно с чистым открытым сердцем за каждого студента переживает, чтобы вы могли спокойно, свободно развивать свои навыки иностранного языка. Если вопросов не осталось, если все понятно, то мы, в принципе, с вами можем, наверное, попрощаться, потому что достаточно позднее уже время, и я не хочу вас отвлекать от дел, если они еще есть у вас вечер поздний или ото сна. Если есть вопросы, вы можете их сейчас написать, а также вы можете их адресовать по адресу, который я сейчас вам пришлю. Прямо одну секунду. Это служба заботы о клиентах Оксана. Если вдруг у вас возникают вопросы в процессе регистрации, после регистрации, в процессе оплаты, любые вопросы, которые у вас возникают, вы можете писать на почту Оксане, мы вам обязательно поможем. Ну, я думаю, что на сегодня мы можем завершить наш вебинар. Огромное вам спасибо за то, что вы были с нами. Еще раз поздравляю тех, кто выиграл занятия. Надеюсь, что они вам понравятся. И надеюсь, что в следующий раз появится такая же возможность и у других людей выиграть занятия, попробовать. Приходите к нам на платформу, мы вас будем ждать. Учиться у нас легко, весело, интересно. Я надеюсь, что сегодня вы в этом убедились. Всего вам хорошего, спокойной ночи.